любители футбола, мы рады приветствовать вас на сегодняшней игре, за которой вместе с вами будут... Решили они сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит, готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют поднятой линией обороны. Но без опыта с таким прессингом играть едва ли кто-то решится. Так что сегодня... Состав гостей. Три нападающих. Это серьезная угроза для соперника. Да, и в атаке им также будут помогать игроки средней линии. Уважаемые любители футбола, мы рады приветствовать вас на сегодняшней игре, за которой вместе с вами будут... Решили они сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит, готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют поднятой линией обороны. Но без опыта с таким прессингом играть едва ли кто-то решится. Так что сегодня... Состав гостей. Три нападающих. Это серьезная угроза для соперника. Да, и в атаке им также будут помогать игроки средней линии. Уважаемые любители футбола, мы рады приветствовать вас на сегодняшней игре, за которой вместе с вами будут... Решили они сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит, готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют поднятой линией обороны. Но без опыта с таким прессингом играть едва ли кто-то решится. Так что сегодня... Состав гостей. Три нападающих. Это серьезная угроза для соперника. Да, и в атаке им также будут помогать игроки средней линии. Уважаемые любители футбола, мы рады приветствовать вас на сегодняшней игре, за которой вместе с вами будут... Решили они сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит, готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют поднятой линией обороны. Но без опыта с таким прессингом играть едва ли кто-то решится. Так что сегодня... Состав гостей. Три нападающих. Это серьезная угроза для соперника. Да, и в атаке им также будут помогать игроки средней линии. Уважаемые любители футбола, мы рады приветствовать вас на сегодняшней игре, за которой вместе с вами будут... Решили они сыграть сегодня. Все указывает на то, что соперник окажется под прессингом. Если на то ставка, то значит, готовы они физически выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют поднятой линией обороны. Но без опыта с таким прессингом играть едва ли кто-то решится. Так что сегодня... Состав гостей. Три нападающих. Это серьезная угроза для соперника. Да, и в атаке им также будут помогать игроки средней линии. Команды начинают эту игру. Поехали! И есть поддержка у этой атаки. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Дейли Блинт. Джоэл Велл. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграли.